Вот сейчас есть еще такое целое направление в онкологии, оно называется индивидуально. Например, мы видим 10 метастазов, но если мы делаем ПЭТ-КТ, то светится один активный, 9 неактивных, 9 задавленных химиотерапией. Мы не можем удалить все 10, но мы можем удалить этот один. А 9 остаются? Да. Но если они сейчас неактивны, они не растут. Они не метатически неактивны, они не делятся, они не растут, и они не могут дальше дать прогрессию, они не могут дальше дать еще метастазы. А вот этот один, он химиотерапии уже, на нее уже не отвечает, то есть он уже мутировал. Угу. Вот его надо остановить, его надо уничтожить. Тогда ты, может быть, и не вылечишь больного, но продли жизнь. Валерий Николаевич, это очень хорошие новости, потому что многие ставят на себе крест. То есть, ой, все, метастазы в печени, и это крест ставят люди на себя, и уже не ищут никаких путей, чтобы спасти себе жизнь. А здесь, получается, есть способы и методы справиться с этим. С каждым